Всем привет! Мальчишки, девчонки, ребята, всем привет! Это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван, я играю в Scream Special Edition. Давайте начнем. Спасибо всем за комментарии, которые оставили насчет масок. Оказывается, я одну маску еще не забрал. Это по главному квесту. Ну, когда мы в Савангард спускаемся, там же жрец, у которого нужно забрать маску, я совершенно забыл. И получается, я еще не смогу получить последнюю маску. И те две маски, они у меня были. Но... У тебя множество вещей, которые я бы с радостью купил. Ну, я их где-то оставил. Первая маска это двуглавый пик, а вторая маска это маска по главному квесту Архимага, ну, то есть коллегии Винтерхолда. Ну, это уже было, друзья. Это уже было, скорее всего, я, кажется, знаю, где я их оставил. Ну, в любом случае, суть остается той же, я еще не смогу. О, еще не смогу получить последнюю маску, и сегодня мы отправимся в один из городов, где я буду защищать от разных квестов. Привет, мужик, как твои дела? Ты грустишь? Что случилось? Давай поговорим. Потому что я в последнее время, блин, не знаю, у меня упали просмотры, и, блин, грустно. Потому что я так долго к этому шел, мне смотрели по 10 тысяч просмотров, а потом раз и 2, 3, 4 тысячи, и ты меня понимаешь. Блин, еще люди разные пишут какие-то гадости, хотя стараюсь не ругаться. Я просто играю эмоционально как могу. А они, блин, ругаются и пишут, что за дурак, только более в грубой форме. Хоть с тобой я поболтаю и тебе все расскажу. В чем моя грусть? Слушайте, а ему нужно деньги платить. Помогает. Ладненько. Я не знаю, кто ты такой и почему ты не дерешься, друг. Ну, сейчас я сделаю в настройке игра легенда. Вот так. Да, отлично. А! Я понял. Все, я перестал ему рассказывать о своих проблемах, и он такой: так, ну что ж, не рассказываешь, ладно, понеслась тогда. Обожаю за этого Скайрим. Давай. Дай! Крыла. Воу. Психоаналитик на самом деле довольно жесткий. Ребята, очень жесткий, и он навешал. Вот, не знаю, у меня какой-то баг в последнее время. Смотрите, то есть я загружаюсь и как будто перегружен. Я беру оружие в руки и сразу становлюсь нормальным. Я не знаю, что это такое и с чем это связано. Так. Опять этот парень готов меня выслушать. Но... слушать я уже не буду. Точнее, рассказывать. Не стрела в голове. Так, подожди, по-моему, меня кто-то стрелял, да? Почему я тогда так быстро умер? Или нет? Скелет? Он просто блоком распался. Качайся. Качайся, одноручное оружие. Давай, Сера, держись. Ага. Не, ну когда мы пропускаем, это тоже хорошо. Мы качаем. Качаем. Броню. Давай, мужик. Топор. Есть. Блин, ну теперь пора. Да.
Тут какое-то нордское захоронение. И все. И больше ничего. Я, наверное, друзья, сейчас... Итак, мы снова встретимся. Заключим-ка сделку. А, давай. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я сейчас отправлюсь... Блин, деньги закончились. Отправлюсь обратно домой. Оставлю там маски. И... отправлюсь в город. Я просто White Run, в принципе, зачистил. Да, там еще остались кое-какие квесты мелкие, но я их пока не хочу выполнять. Может быть, потом. Вольсун, 3 маски. Ну, это у меня просто бах из-за манекена. Я даже сейчас вам покажу. Они до сих пор будут богаться там. Клонироваться. Блин, и сапоги продал. Ладно. Ладно, мне, по-моему, такая пара уже была. Я пособирал все свои маски. Вот. Что мне еще может быть тяжелое такое? Кости можно, в принципе, оставить. Корундованные слитки продам. Да, в принципе. До новых встреч, пока не призовешь меня опять. Послен. В основном растет там, где могилы. Ну, его там садят постоянно. Какие-то обряды. Неужели такая локация, где... Итак, мы снова встретились. Особо ничего нет. Если мы посмотрим на карте и... Ветровая дуга, но она... не зачищена, ребят. Это значит что? Это значит то, что... Я ее не зачистил, но я же ее вроде зачистил. Как это понимать? Тут есть где-то продолжение? О, там продолжение, нифига себе. Ого. Ладно, пойдем. Сейчас поменяю только на безжалостную. Вау. Как же высоко. Господи, я тут хоть был? Так, какой-то враг. О, воу. Нифига себе. Так. Живи. Живу. А теперь? Да теперь не очень живу. Вот это да! Вот это он меня побуздил. Так, мужик. Стой. Уху-ху! Ну, не повезло. Вау! Тяжелая броня там... Там еще, ребята! Фига себе! Ладно, одного отправили. Остались еще. Военачальник. Кстати, где его оружие? Мужик. Где твое? Ты так посмотри, у него оружие есть, а он почему-то бьет своей клешней-то. Ух ты! Между прочим, нормально так бьет. Ого. Так, а ну давай. Нифига себе он бьет-то. Ну что ж, полетели. Троп. Конечно, с такой высоты упасть тут каждый разобьется. Хотя эбонитовый воин падал и с более высокой высоты, но у него тоже жизнь не дамажится. Ну а что тут? Неужели мы прошли таких сложных драургов и ничего нам не дадут? Ну как же, сундучок, где много драгоценных камушков. Массовый паралич и стеклянные перчатки. Тут у нас больше ничего нет. Тут какой-то скелет, бедняга. И против часовой стрелки. Книга восстановления. Против часовой стрелки. Якут Таваше. Вау. Блин, я ни разу не находил эту книгу. Может, она какая-то редкая?
Надо будет потом в режиме паузы прочитать. И, наверное, это какая-то необычная, а довольно интересная книга, потому что она большая. Я-то думал, что это качает восстановление. Но нет, это какая-то история за восстановление, скорее всего, потому что, ну, значок был восстановление. Ребята, если хотите, можете в режиме паузы почитать. Я думаю, она будет очень интересна. Но я обязательно прочитаю ее. Ого, да ладно. Это редко, чтобы столько страниц было. Обычно там, знаете, 3-4. А тут? Тут целый какой-то огромный рассказ. И все. Забираю. Так, ну теперь. Все равно ветровая дуга не зачищена? А это вообще какая-то локация? Смотрите. Нет, стойте, хижина алхимика, она просто внизу находится. Стоп, стоп. Что за ерунда? Почему локация не зачищена? Может, из-за того, что я кого-то столкнул, а он остался жив, и он там ходит, и из-за этого она как бы считается незачищена? Или я где-то пропустил какие-то руины, какую-то дверь, куда-то можно зайти, или я не знаю. Это не тайная дверь. Что за черт? Я не знаю, что это за ерунда и... Как так? А может баг какой-то? Ну стойте, стойте. Вот опять эти скелетики. Что происходит? Может, их нужно было зачистить? Да нет. Они, может, тут бесконечно? Судя по всему, тут есть какой-то секрет, которого я не знаю, или какая-то локация, в которую нужно нырнуть и пройти ее. Или остались какие-то враги. Или ну, столько или, что я прям теряюсь, ребят. Серьезно. Ну ладненько. Если что, напишите мне, пожалуйста, в чем тут... А, подождите, смотрите. Тут можно наверх подняться. Или я тут поднимался, когда дрался с драконом. Или тут есть куда-то выше и выше и выше. Вау. Да нет, стоп, я же тут дрался, да? Я тут одолел дракона и... Есть проход куда-то выше. Стоять. Что я тут мог упустить? Да нет, это никакой не проход. Это просто... Это просто-напросто я тут побегал. Тю. Это, наверное, просто дорожка к алхимику, которая идет, да? Ну да. Вот, блин. Ну ладно, ребят, если кто-то знает, в чем эта проблема, то напишите, пожалуйста. Обычно, ну, всегда, когда зачищаешь локацию, она там зачищена. Ну, окей, ладно. А тут как-то... И нифига. Нифига тебе не зачищено. Вижу какую-то локацию, в которой я не был. Черная, видите? Я просто не могу бежать мимо, потому что я уже во многих местах был. Сейчас просто ищу какие-то новые локации. И их исследую. Так что, ребят, мы отправляемся в эту локацию. Черная, значит, она еще мне не была открытая. Окей. Погнали. Так, стоп, стоп, стоп. Я хотел отправиться домой. Да успеешь. Успеешь, успею, 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 успею или не успею. Тишина. Так спокойно. Интересненько. Медвежья пещера. Ну давай, Мишка. Покажи, что ты можешь. Это, по-моему, какая-то небольшая локация. Ну, потому что медвежья пещера сразу говорит о том, что... Я думаю, мы сейчас быстренько зачистим. И все. Собираем тут грибочки. Возьмем меда.
пчелок. Да, скорее всего, тут будут мишки. И много мишек. Я уже вижу одного, второго. Трехкратный. Еще не разучился стрелять. Он меня не заметил. Я в упор его расстреливаю, а он меня не заметил. Стрельба 22 уровень. Ну вот и все. Локация очень маленькая и какая-то такая вот лорная. Тут, наверное, будет какой-то трупик. Так, кто-то убитый. Стрелы у него. Запретная комната. Что это за запретная комната? Что-то хотя знакомое. Шлем Давакина. Шлемчик. Ну и все. Да, тут просто было немножечко медведей. Можно взять вот этих вот светлячков. Иди сюда, маленькие. Ну и будем выходить. Ладно, ребят, давайте не будем задерживаться. И отправимся. Просто я хочу все локации зачистить. Все. Отправляемся домой. Блин, мне еще нужно построить себе пару других усадьб. Да, я хочу себе построить еще усадьбы. Мне этих мало. О, великан. Приветик. Ну, вот это головой ударился, больно. Бобо. Великашка. Бобо. Воу. Одноручное оружие повышается нормально. Так, главное, чтобы он меня не убил. Заберу у него драгоценные камушки. Кстати, я обратил внимание, что перк драгоценные камни, ну, счастливчик вот этот вот, он работает также на великанах. То есть мы находим больше драгоценных камней и на великанах, не только на... Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности? Не знаю. Чем могу тебе помочь? Не знаю. О, булава! Ты куда улетаешь? Ты куда? Сваливает. Вот здесь, ребят, у меня постоянно, вот видите, он почему-то снят. А на самом деле он должен быть одет. Но, может, оно просто срабатывает через какое-то время. Прошли сутки, и этот баг не сработал. Вот если прибежать сюда через неделю или через две недели, ну, игровых, то здесь опять окажется эта маска. И они будут так клонироваться. Потому что, видите, какой парадокс. Я изначально одевал костяной шлем, а маска все равно появилась и его заменилась. Я просто снял, он как бы остался, а на манекен мне это не отображается. Привет, пап. Привет. Кое-что ты есть. Ты принес мне подарок? Да, держи меч. И яблоки. Спасибо. Здесь так холодно. Если долго играть на улице, можно навсегда замерзнуть. Господи, я когда-то устраивал не мой стрим, и этот парень просто как доколупался до меня, ребят. Меня так бомбило. Он просто подходит и говорит, давай там что, давай поиграем, давай. Я его отправляю домой спать. В кровать спать уже поздно, он... Нет, я хочу еще поболтать. Вообще было. Так, дайте-ка я оставлю все свои маски, потому что они довольно много весят. И тебе никто не помогал этот дом строить? Ух ты! Береги себя! Он именно, знаете, достает. Я твой меч и твой щит. Ну что, ребят, тут большой город, который я отправлюсь, называется у нас... Маркарт. Да, мы отправляемся прямиком в Маркарт. И я хочу повыполнять квесты в Маркарте. Но дело в том, что я как-то особо не изучал этот город, знаете, именно колоссально. Я не подбегал к каждому жителю. Только посмотрите, какой он прекрасный. Не расспрашивал за разные задания, и я это хочу сделать. Да. Да. Тут есть еще по-любому какие-то крутые квесты, которые я еще не видовал. Да, мы здесь получили дубину. У нас тут есть квест про изгоев. Ничего ты не
Кто тут? Вампиры? Вампиры. Так. Хозяин ночи. Хозяин ночи, отстань. Отстань, отстань. Так, давайте, наверное, я юзну зелье, потому что... Воу! Что это было? Вы видели? Застрял немножко. Как он выдержал эти стрелы. Так, парень. На! Слушай, ну как? Я же тоже вампир. Отстань. Еще остался кто-то, да? Или нет? Да, по идее, нет. Вот не знаю, друзья, верьте, хоть не верьте. Где тут лук парей есть? Картофель, все что угодно, только не лук парей. Но я как бы-то вот более детально, тщательно этот город никогда не осматривал, и я думаю, какие-то квесты тут спрятались. Так что давайте дождемся дня. Ой, да, я же вампир. И я хочу тут немножечко попутешествовать. Пораспрашивать, как тут у кого дела. Это какой-то местный магазин. Торговая компания. Слышала шум на улице. Это просто рыночная драка. Нужно работать. Эй, ты, если пришел покупать, иди к стойке. Тебе надо идти. Лизбет общается с клиентами. Я просто проверяю поставки. Тебе надо идти. Какой идти? Я только пришел. Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голод. Твой магазин видал и лучшие дни, не так ли? Боги мои, неужели это так очевидно? Если бы мой Гуннар был жив и видел меня сейчас, если бы я не потеряла последний груз из-за нападения изгоев, дела пошли бы на поправку. Это была статуэтка Дибеллы, сделанная по особому заказу. Ты не хочешь подзаработать? Повоевать за деньги? Если сможешь отобрать у изгоев мою статуэтку, я тебе заплачу. Это какое-то мелкое задание. А к черту, давайте сделаем. Спасибо. Когда вернешься, тебя будет ждать звонкая монета. Кто такой Арнлейф? Я унаследовала магазин от мужа. Он был сыном Арнлейфа. Мой муж Гуннар умер 5 лет назад. Нападение изгоев. Я тоскую по этому упрямцу. На рынке напали на женщину. Кошмар. Торговля и так еле идет, а теперь еще и беспорядки на улицах. Это были изгои, верно? Я каждый сезон теряю гору грузов из-за этих варваров. А теперь они в городе? Боги милосердные. Возвращайся, если что-то... Отобрать. Подобится. Тебе надо идти. Да я только пришел. Чего они меня прогоняют? Тебе надо идти. Ладно, давайте будем выходить, потому что они сейчас скажут. Тебе надо идти. Все, вызываем стражника. Блин, я хочу какое-то крутое задание. Хотя я тут не был, так что давайте попробуем его зачистить. Там, наверное, немножечко изгоев. Мы быстренько раз валим и отправимся дальше. О! Это вот это вот замок? Да ладно! Чуть-чуть. Их тут не чуть-чуть. Я вспомнил. Я постоянно пробегал мимо и убегал очень быстро, потому что их тут дофига. Так что, блин, ну нужно ждать ночи, да. Да. Нужно ждать. 6. Отлично. Я думаю, я готов. Крики. Воплощение дракона. Боги! О да, таланты. Лорд-вампир.
Дичишечки. Ну что ж, повеселимся. Повеселимся. Ну это, ребят, будет уже в следующей серии. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Будем дальше проходить эту легендарную, огромнейшую игру. Все, ребят, всем пока.